Абделькадер Мирах приговорен к 30 годам тюремного заключения за соучастие в преступлениях брата Мохаммеда, 7 убийствах, совершенных в Тулузе в марте 2012 года. Такое решение принял в четверг вечером суд Парижа. В ходе процесса было доказано, что именно Абделькадер украл и передал злоумышленнику мотороллер, на котором тот перемещался во время нападения. Причем намерения брата были подсудимому доподлинно известны. Дело рассматривалось вторично по апелляционной жалобе. В результате срок заключения Абделькадеру Мираху был продлен на 10 лет. Обвинение требовало для подсудимого пожизненного заключения, подчеркивая, что оба брата разделяли одну террористическую идеологию и план совершения теракта готовили совместно. Адвокаты семей погибших намерены подать кассационную жалобу, однако отметили достигнутый прогресс – признание Абделькадера Мираха соучастником терактов.